Интегрированная школа новых медиа в Кирове очень сильно отличается от обычных тренингов, обычных семинаров по журналистике, в том числе мультимедийной. Мы принципиально не делаем никаких ни лекций, ни семинаров, ни особенных каких-то презентаций. Сюда приехали тренеры и участники из разных городов России для того, чтобы вместе сделать мультимедийный проект. И в результате мы получим мультимедийный сайт с реальными публикациями, реальными героями, настоящими темами, которые, на взгляд вот участников семинара, волнуют жителей Кирова. Главное достоинство этой школы – это то, что в Киров приехали ребята из разных городов России, и они вместе с коллегами из телекомпании «Девятый канал» стараются пробовать осветить город не только с помощью текста, но и с помощью видео, фотографий и всего остального. То есть они стараются сделать такой сайт, который бы говорил позитивную информацию, давал бы жителям не только Кирова, но и других городов позитив, изначальный позитив о том, что здесь происходит. И жизнь из-за этого могла бы стать лучше. Вот в этом основное отличие школы. Очень здорово, что в Киров на мультимедийную школу приехали не только журналисты из традиционных средств массовой информации, но в том числе популярные блогеры из своих регионов. Это здорово, потому что тем самым традиционная журналистика встречается с блогосферой, и, возможно, взаимное проникновение состоится гораздо быстрее в ходе совместной работы и совместных проектов, потому что люди всегда могут научить чему-то новому друг друга, и это позитивное. И, конечно, возможность поделиться опытом, поскольку ребята все из разных регионов, у кого-то решены одни проблемы в регионе, у кого-то другие, они делятся опытом, они делятся своими навыками, базой знаний каких-то, которые у них уже были ранее, и при этом делятся еще и вот, ну, какой-то социальной информацией, да, страна большая, и, соответственно, есть возможность предложить, вернувшись к себе в город, какие-то новые решения, которые еще не были у них использованы.